Сегодня Константинополь – столица Турции и носит название Стамбул. Несколько столетий назад он был столицей Византийской империи. Здесь были самые красивые дворцы мира. Большой императорский дворец на протяжении веков будоражил умы завоевателей. Этот дворец занимал практически все пространство от моря до священного здания церкви. Кто предал забвению достижения Византийской империи? Они переписывали постоянно историю под себя. В этой программе мы узнаем, как связана история России и история Византии. Расскажу, как энтузиазм людей сохранил нашу собственную историю. И мне бы хотелось, чтобы вы ощутили влияние древней византийской культуры на наш 21 век. Неизвестный Константинополь. Большой императорский дворец.